Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play. Мы сегодня продолжаем спустя 2 месяца играть в Dirt Simulator. Это у нас вторая часть, в предыдущей серии мы дошли до будущего. Олень у нас был в будущем, сегодня мы, возможно, пройдем это будущее. Сейчас бы вспомнить, как играть и что здесь нужно делать, и тогда будет вообще все отлично. Использовать портал, да, использовать портал на F. Мы переносимся в будущее и, соответственно, будем изучать сейчас именно тот мир. Собственно говоря, мне нужно было бы изучить даже первый мир, потому что я его тоже не помню. Так, здесь можно ломать все, я помню, да, и типа доставать оттуда все оружие. Оружие, там что-то еще дается нам, и как бы эквип. О, что-то дали нам. Чувствительность здесь какая-то очень дикая, и мне непривычно играть вообще во что-либо. Камера спит, наверное, это именно это, то, что нам... Да-да, это именно это. Ну или мне показалось. Очень долго все ломается. Это что значит? Это катана, но почему-то я ее не могу взять. А, unequip, hold shift держать нужно, короче, для того, чтобы держать. Не, а, это... Ой, господи, понял, понял, все. Ну нет, катана это ерунда, она нам не нужна. Нам нужно много-много пушек, которые будут ломать все вокруг. Очень-очень-очень быстро и позволит нам побеждать всех и вся здесь. Как бы... Так, а сюда нужно кого-то привести, что ли? Нет, нет, сюда никого не надо приводить. Это просто обратная сторона этого... А, это обратная сторона этого города. Ёлки-палки, как зазеркали, получается, да? Ну, похоже, что да. Это то же самое место, только в будущем. Так, а вот это вот можно ломать? Да, можно ломать, смотри-ка. Здесь все вообще можно ломать, здесь даже задаваться вопросом этим не нужно. Типа здесь все, что есть, все ломается. Олень у нас охренеть как экипирован на данный момент. И... Ух ты ж, нифига себе, у нас ботинки какие модные. Я помню, что у нас в самом начале убил какой-то вот хрен, который сидел вон... А, вон тот вот голографический куала. Та голографическая куала нас убила в прошлый раз, если не изменяет, конечно же, память. Давайте будем собирать все, что здесь есть. Не знаю, дает ли нам какой-то баф к статам нашего оленя все, подбор одного и того же оружия. Но я думаю, что, может быть, когда-то нам это поможет. А полиция за нами охотиться начинает. И, в принципе-то, в этом нет ничего страшного, наверное. Знать бы, откуда еще идет этот полицейский медведь. Я слышу полицейскую овцу. И... Да... Или это не полицейская овца? Подожди, где... А, вот они, ёлки-палки, они... Они летают, ёшкин кот. Самонаводящиеся ракеты у меня есть, и они... Они ломают всех этих самонаводящихся овец. Овец летающих наших ломают. Ломают, мы побеждаем полицейских. Я думаю, что... О, это медведь их спавнит, что ли, ёлки-палки. Как все запущено там. Будущее все будет гораздо серьезнее, я так понимаю. Ну, давай, давай уже, заканчивайтесь. Так, медведя мы победили. Никто за нами вроде бы не бегает. То есть я... Ну, здорово, конечно, что я могу его держать. А, то есть... Стой, подожди. Нет, здесь нужен... А, это собачка. Так, все, это я опять запутался. Сюда больше никого не надо приносить. Сюда нужно... Сюда не нужно. Нам нужно ломать. Нам нужно все ломать. И, возможно, нам что-то когда-то дадут. Байк какой-то, смотри, ничего себе. Классный байк, но он нам пока не нужен. Мужик, умирай. Полицейские сейчас за мной опять должны гоняться. Мне должны дать что-то... Что-то... Это что такое? А, это реактивный ранец. Это очень хорошая вещь. Пистолеты, автоматы, пистолеты. Больше ничего вроде полезного нам не дают. Только одни пистолеты, это автоматы, блин. Что-то вообще ничего не дают. Может быть, нам дадут какую-нибудь силовую броню, типа там, я не знаю. По типу вот этого, как его называют, реактивного ранца. Почему бы не дать мне реактивный ранец еще один, чтобы я летал еще быстрее? Зебра, нифига себе, зебра, здорово. Я победил зебру. Я победил зебру и падаю вниз. И меня сбила машина только что. Ёлки-палки.
Это как называется-то? Меня сбила машина в воздухе. Подожди, подожди, что это такое? А, это этот дурачок пытается за мной гоняться. Да не-не-не-не-не-не, дружище. Тебе я это, не под силу вообще. Так, где он есть? Жизни у нас не пропадают пока что, пока нас еще не попал никто. И это очень меня радует. Смотри-ка, 2 месяца не играл. И вроде что-то получает. А, то есть это он был в машине, а сейчас он не в машине и нас убивает без машины. Блин, как все сложно-то. Я просто нажимаю на кнопки и, блин, бегаю, и ничего больше не происходит, ну, не делаю. Просто что-то получается, а что-то, может, не получается. Вроде не умер, 3 сердечка как было, так и осталось. Блин, ну это серьезный такой этот противник-то, я хочу заметить. Он, в принципе, бесполезный, но не умирает ни хрена, вот и все. Так, овцы. You defeat the cops. 5:36. Ты хочешь сказать, я 5 минут бегал от них? Нет, я всего 6 минут записываю. Ты меня обманываешь. Меня обманываешь, как... Что это такое? Это не то. А на квип я хочу просто взять и... взять и что-то получить. Я копов этих убиваю, а толк... Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Смотри, какая штука. Это что за это? За зверь такой? А, это та корова! Только в маске. Я понял, это корова в маске, ты понимаешь или нет? Это что значит такое? Осторожно, уровень дизастера, снаряжение будет ресет. Нет, нам не нужно такое. А, я помню, ломал носорога, из которого упадал носорог, который умирал еще дольше. Опа, что это такое? Что-то я еще эквипнул. А, электричество надо еще отключить. Тут вот эти. Тут мужики трудятся почти бесплатно. А, за булку хлеба просто работают здесь, а толк никакого. Они электричество только здесь добывают, так сказать. Ребят, а ребят, заканчиваем работать. Все, электричество. А, здесь еще и хомячки. Хомячок. Ну-кся, давай, сваливай давай отсюда. Бедный хомячок, мне тебя очень жаль, я не хотел тебя убивать. Я хотел просто включить электричество. Но ты же не послушал меня. Ты решил, что противиться мне — это хороший вариант. Но нет. Я тут носорогов ломаю, ты хомяк. Так, где тут? Ты видишь, сколько здоровья у этих, как их называют, носорогов? Кстати, город обесточен, и хочу заметить, что пока еще за мной никто не прибежал. Значит, свет в этом городе не такой уж и... Опа. Это что значит? Подожди, что это такое? Мартын, здорово. Ты что-то знаешь или просто так светишься? Заканчивай! Не-не-не-нет-нет-нет! Ну зачем ты к нему под... Я не собирался к нему приближаться, я хотел от него подальше отбежать, а он просто взял и поближе подъехал. Ладно, escape, retry, давай. Пройдем мы сейчас это чудо-игру. Сейчас мы пройдем этот уровень. Сейчас я только где-то водички попью. Угу. Угу. Это в горле пересохло, я прям. Ой. Так, ладненько. Ну, стреляй, ёб твою мать. Во рту держит пистолет и стрелять не может нормально. Ну, что такое-то? Давай. Как он выглядит, хоть это лень? О, у него из шеи торчит. Пулемет этот. Ёшкин кот, смотри, как все запущено. Чего себе! Вот это скорость! Вот скорость выстрелов, это меня она радует. Хотя бы потому что. Просто потому... Опа, у меня теперь есть ботинки, которые быстро бегают. Ну, в принципе, они у меня и тогда были, просто...
Просто я рад. Просто радуюсь тому, что я получаю. Вот и все. Ну, как бы... Так, это здание, ладно, я понял. Здание рано нам ломать. Полицейские мной заинтересовались снова. Что я такого сделал? Я просто сломал несколько зданий. В конце-то концов. Дорогие мои полицейские, ну, в конце-то концов. Ой-о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 й
Так, здесь тоже ни черта нет. Давай, дружище, белый медведь, подыхай. Он электрических овец в меня пускает. Они электрические, и они меня будут оглушать, наверное. Наверное, а возможно и нет. Я не разбираюсь у всех этих игр. Я просто нажимаю на кнопки и ну, получается какой-то результат. Я особо не вникаю даже в игру. Unequip? Нет, я хочу equip, чтобы стрелять еще быстрее. Что это? А что эти овечки стоят? Почему они стоят? А давай сделаем вот что. Давай вот встанем вот сюда. И сфотографируемся. Типа на память. А можно подальше сделать? Да, вот подальше. Чтобы вот типа вот прям... Ого, какой олень. Вот это олень, скажут. Скажут люди, которые впервые его видят. Но мы так не скажем, потому что он у нас был еще и более навороченным. Давай будет вот так. И будет... И будет вот так. Вот так вот еще. Вот, вообще отлично, я считаю. Вот, ну ладно, пофигу. Разберемся там как-нибудь потом. Что это такое? Что это за автомат у нас? Это музыкальный автомат. Это отлично. Нам теперь будет гораздо веселее ломать этот город. И вообще, я считаю, это здорово. Просто здорово бегать с музыкальным автоматом. Давайте меня не будем сбивать. Я вообще-то олень и имею какие-то права в конце-то концов. Так, вывески давай поломаем. Просто посмотрим, что из них может повыпадать. Right. Ебать, какой я сижу, да? Ты смотри, какой я сижу. Вот весело-то, блядь, задорно. Ну-ка, побежали ломать город дальше. Это что у нас такое? Пулемет! Пулемет нам дали. Идите его колотить. А это у нас что такое? Еще что-то дали. Еще дали что? Все, я теперь могу летать опять. Идите в жопу, полицейские. Я теперь вообще неубиваемый, неподражаемый, неуязвимый. Хрен, которого хрен остановишь. Так, ребята. Ни хрена ты, блин, борзый. Ничего себе ты, блин. Ну-ка, сдохни. Видал, как он меня шмальнул разочек? Просто дал и все. Ты хпшку-то видишь, да? Вот она сверху слева. Ошалень! Ты, конечно, молодец большой, но я ж... Ой-ой-ой-ой-ой! Блин! Ну так нечестно, у меня осталось 2 хпшки всего из 3. А восстанавливать ее здесь вообще, я так понимаю, никаким образом нельзя. И это несправедливо хотя бы потому что... Это... Ну, музыка у меня, конечно, кочевая. Я сижу просто вообще... Правда, у меня настройки выкручены так, что я ее не слышу, но, блядь, что же сделаешь? Опа, это что такое? Ебать! Я сейчас все сломаю здесь. Ебана мама, ты смотри, как я быстро всех ломаю. Все ломаю, всех ломаю. Я все буду брать просто. Просто брать, потому что могу, вот и все. Так, сейчас у нас кто? Зайцы, небось, которые стреляют метко, да? Да, зайцы. Но зайцы нам не помеха. Подожди.
Подожди, подожди. Сейчас. Что произошло сейчас? Это что такое? Это гиппопотам с зайцами? Ротовой прогульщик. Ротовой прогульщик это что такое? Так, подожди, ротовой прогульщик нас сейчас это разломает. Подожди, ротовой прогульщик. Где ротовой прогульщик? Двое полицейских, блин. Я больше не хочу с вами водиться, потому что вы... Без это... Нечестные, блин. Мало того, что вы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Застрял, прикинь, застрял. Мало того, что тут ротовой прогульщик, так вы еще и полицейских загоняете сюда. Вот эти полицейские машины, это вообще херня такая бессмертная. Нет, заканчивай меня. Я улетаю. Все, в пизду вас всех. Так, добей ты его уже в конце концов. Все, этого добил. Ротовой прогульщик тоже умирает. Отлично. Этот тоже умер. Овцы вот эти летающие, это, блин, что-то. Это бессмертное нечто просто. Понимаешь, он вообще не умирает, смотри. А знаешь, почему он не умирает? Потому что он пуленепробиваемый, по-моему. Потому что он, блин, бессмертный. Я его стреляю, а он не стреляется, ни черта. Так, давайте с вами еще закончим. И нужно решить вообще загадку, как бы, и в чем... суть-то в чем этой всей... Камбалы-то, блядь, я просто не понимаю. Я вроде как бы убиваю всех, здорово, конечно, но... Пулька полетел какая-то. Ладно, смотри. Я вижу рыбу. Вижу рыбу, и я ее сломал. Это здорово. Рыбу мы можем сломать. Это что такое? Тоже, видать, что-то очень важное. Мужик. Подожди. Как тебя там задерифицировать-то? Давай мы всех задерифицируем, кого... Кого можем, просто сделаем оленями, а остальных... Да что такое-то? Почему ты не... Так, дерифицировался, молодцы. Можно взять лошадь, можно взять байк, а можно ни хрена не брать, можно просто пойти и разобраться, в чем прикол этой игры. В чем прикол этого уровня конкретно, потому что я пока не понимаю. Так, хомячка засушили. Давай второго хомячка засушим. Тоже засушили. Так, давай. Ребят. Подожди ты. Ну в смысле? Куда вы побежали-то? Так, вы теперь тоже олени. И теперь ты. Все, света больше в городе в этом нет. Все, я ее убил. Убил, а потому что я могу. Вот почему я ее убил. Так, подожди. У меня 2 хпшечки осталось и чуть-чуть меньше 2 хпшечек. Это грустно. Это грустно, потому что. Убегают, ломают все, блядь. С полицейскими как потом разбираться будете, если что? Так, ну, эту мартышку-то я убил. А зачем я ее убивал, в принципе-то? Я убил все, в принципе. А, собака появляется! Вот в чем прикол-то! Тьфу, блядь, был. Ух ты ж, как серьезно это все.
Где непосредственно собака эта? Объяснит мне кто-нибудь, нет? Или мне нужно туда попасть? Мне нужно в портал, что ли? Блин, ну если в портал, тогда погнали. Чё ж я могу сделать? Полетели. Ну, Вилбери сет, блядь, ну тут написано, что... Ну, это же, блин, какая-то сюжетная линия, скорее всего, и значит, нужно туда попадать, правильно? Правильно. Ладно, посмотрим сейчас, что тут получится. Открывается портал, у нас какой-то бумаги, я не понимаю, где это. В какой-то комнате мы появились. Напротив оленя на троне. Что это значит? Это мы с ним драться сейчас будем или что? Бровь или что? Да что ж ты плюешься-то, в конце концов? Future self. Что? А как я драться с ним буду? Трон надо сломать, наверное. Нельзя сломать трон, в конце концов. Что такое-то? У тебя пистолет есть! Да, как от скотаны, блядь, да так вообще нечестно. Подожди. Да у тебя, блядь, световой меч. Ты чё, охуел, что ли, совсем? Или что? Я не понимаю, блядь. Ты чё, дурак? В него надо стрелять, короче, до последнего, а потом брать катану и ебашьте его. Вот и все. Коня этого, блядь, непонятного. Сука. Катан его, что ли, так же отхерачить? Чего там такое, блядь, не понял вообще ничего. Подожди, ну не стреляй, ну дружище. Блин, слушай, отнимается здоровье, значит я буду его катаной бить. Всё, блядь, получил, получил. Вот и все, вот так вот тебе и нужно. Правильно? Правильно. Меня немножко засвечивает это... О, Curse of the Deer. Проклятие оленя. Чего, блядь? Какое проклятие оленя? Ого, блин, ни хрена себе. Да у тебя здоровье-то вагон еще. Ну-ка, иди сюда. Не-не-не-не-не, мы, дружище, с тобой не это, не друзья. Блядь. Я, блядь, вообще... Это самый, как его... А чё с проклятым оленем делал? О, нихуя себе! Да у тебя автомат, блядь, да так нечестно! У тебя автомат, блядь, да ты дурак, что ли, совсем, или что? Не-не-не-не-не! Нихуяшеньки, блядь! Я вообще не понимаю, как с этим драться. Ладно, с автоматом тоже попроще будет. Или хуй знает, попроще или не попроще. Да я ж в тебя прям попадаю, ты дурак, что ли? У меня здоровье осталось. Хер да ни хера. Попал почти по жопке, мне попал почти, смотри-ка. Сука, поумрите вы в конце концов, ёб вашу налево. Не-не-не-не-не. Подожди, я же его убил. Убил. Все, одного нет. Это ты хочешь мне сказать, что я должен его убить? Еще этого? Подожди, я вообще не понимаю.
У меня здоровье, хрен да ни хрена, как я его должен убить? Ха-ха! Да конечно, блядь, да как я его убью-то? У меня здоровье-то вот столько вот было, блин. Сам видел, да? Я просрал его сначала в сам... Главное, что... Фу, блин. Хотя бы сначала этого всего, я... Уже спасибо. Главное не бояться, короче, я понял. Ага, вагон. Вагон, блин, чё вагон? Какой вагон? Дурак, что ли, совсем? Ну-ка, блядь, почти попал меня. Точнее, попал даже, смотри-ка. Ну-ка себе, блядь, давай мне не дури здесь. Стрелять сейчас будет, смотри, стрелять сейчас будет. Сука поганая. Конечно, ага, блядь, дурака нашел. Так, он откуда-то перескакивает. Он по мне почти попал, ты видал, нет? Я, конечно, дурака сейчас встал просто и начал в него стрелять. Точнее, стрелять, ждал, пока он это умрет. Подожди, ты сейчас... На меня сейчас так, да, сделал-то? Ты это сейчас мне сейчас сделал так? Не, ну ты дурак, ты дурак. Постреляй еще в меня, конечно. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да, попал, сука, в меня попал, сука. Опять попал. Неаккуратно играю, неаккуратно, блядь. Но зато смело. Зато смело, как вот никогда, блядь. Вообще никогда так смело не играл. Готов один. У, сука. Да, конечно, да, ага, попади, блядь, по мне еще. Чё я в него не попадаю, я не понимаю. Почему я-то в него не попадаю? Стрелок ворошиловский, блядь. Ну-ка. Больше ничего не придумал, нет? Ну-ка нахуй. Главное, чтобы он никого не призывал. Вот это вот будет вообще. Так, ладненько. Вроде придрочился. Главное не переусердствовать, знаешь? Вроде когда получается, вот лучше, блядь, подождать чуть-чуть. Доставай автоматы, давай свои стреляй. А потом я подойду к тебе и нахерачу по лбу, по щам просто. Вот так вот, вот это будет знать черный олень этот. Они улетели обратно в портал, и я тоже улетел обратно в портал, и я, видать, победил. И если я победил, это значит, что очень здорово. Ого, ни хрена себе, это я здесь с ним еще буду драться, что ли, в конце концов. Если так, то это у меня не получится. Ни хрена себе, он здоровенный, ты смотри, какой он огромный. Ууу, да это ж вообще имба, это, блядь, невозможно просто. Эй, а вот это, что это, вот эта штука вылетит? Сука, это смешно. Ёпти, это что, это здание? Это за меня собака сейчас будет. Не етить, колотить, ты смотри. Это что, все за меня, что ли, будет? Вот это я понимаю. Ботинки в виде овцы-оленей. Это они сейчас драться будут? Ни хрена, смотри, подожди, how to play. Weak attack, strong attack, барьер. Что-то три техники ты можешь использовать в этом бою. Weak attack — это быстрее, чем сильная атака. Барьер — блокировать weak атаку. Strong attack — разрушает барьер. Используй техники. Что-то там. Блин. АВД. Но нужно с сильной атаки начать.
ебанул как ему на... Поэтому по шее. Я сейчас это атаку сделал. Дурак ты, дурак. Блять, барьер свой сраный поставил. На нахуй, дурила, блять, картонная. Еще раз на. На нахуй, еще раз. Как дам тебе сейчас, бляха-муха, ты что творишь-то? Успевает он барьер поставить. Ретрай, давай, я понял, как играть. Все, эскейп, эскейп. Успел поставить, но сейчас не успеет ничего сделать. На, нахуй, сбил атаку. Блин, успевает барьер поставить. Это вот очень некомфортно. Да не... А, я по барьеру когда бью еще и... Быстрая атака, сука. Почему у него-то не пропадает здоровье? Да это нечестно. Я вообще не понимаю, как тогда. Красный, это он быстро... Ой, сильную атаку делает. На нахуй, дурак, блядь. Понял меня, нет? Ну, здесь надо было быстрой атакой просто. Понял, все, можно ретрай. Можно ретрай, я понял, как это делать. Зеленый, короче, это атака слабая. Быстрая. А красный, когда он краснеет, нужно просто его быстро так и бить. Ну? Что будешь делать, нет? Если он краснеет, нужно бить. Если он зеленеет, нужно барьер ставить. От этого нет защиты. От этого тоже нет защиты. О, ты зачем я это сделал, расскажи мне. На милость. На нахрен. Дурила, блин. И зачем? На нахуй. О, я не успел. Как он вообще ударил меня, не понимаю. Ну, с разворота. Вот это, блин, было обидно. Вот это было обидно. Сбил! Сбил! А тут я тупанул, конечно. Тут я конкретно тупанул. На, осталось тебе сердечко у тебя, дурило. Быстро! Атаковать нужно было быстро. Вот что надо было сделать. А, тут тоже быстро надо атаковать. Ёб твою мать. Забываю. А тут надо было наоборот щит ставить. Щит! Все! Быстрая атака! Победил! Ёлки-палки! Победил! Ты видел? Победил! Это чудесно! Это не может быть иначе. Это чудесно. Просто чудесно. Пристрелил оленя. Ты смотри, сейчас пристрелит оленя. Ну давай стреляй уже, в конце концов-то. Простите, эта история что-то там на этой точке в разработке. Разработчик. Понятно. Все, спасибо. Спасибо. На этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Ждите следующих видео. Всем пока.